Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тупенко и обзор нового в нашем магазине товара. Это трансовые колеса для лодок ПВХ откидные. Как видим, эта модель у нас удлиненная. Основные размеры идут между осями 40 см, тут порядка 22 см. Колеса у нас при необходимости накачиваются, то есть пневмоколеса. Полностью колеса выполнены из нержавейки, включая комплектующие и крепежные элементы, такие как болты, гайки, шпильки и все остальное. Труба нержавейка 32, толщина стенок 2 мм. Материал площадки для установки также нержавейка, толщина 2 мм. Сейчас посмотрим, как эти колеса у нас собираются и разбираются. Здесь у нас идет шплинт, который фиксирует шпильку запорную. Мы его просто вынимаем шпильку, поднимаем колесо и фиксируем обратно шпильку. После чего фиксируем обратно шплинтом колесо в наше верхнее положение. После установки установочной площадки на транец для транспортировки нам необходимо будет просто открутить вот этот болт, снять гайку, драйвер и вытащить болт. Соответственно, и вот этот шплинт тоже вынимаем. Колесо мы убираем в сумку. Остальные детали, чтобы они не потерялись, устанавливаем на место. Диаметр пневмоколеса у нас 260 мм. Данная модель колес предназначена для лодок с надувным дном длиной более 3 метров 60 сантиметров. То есть удлиненная база позволяет тащить лодку за собой, и чтобы она не цеплялась дном за землю. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендуем.